Всем привет, кто посетил наш канал для просмотра этого видео. Сегодня 20 ноября 2019 года, и на обзоре будет рюкзачок от компании Brach Sport. Рюкзак предназначен для переноски с собой каких-либо вещей, связанных со спортом, и не только для спорта. Выполнен в традиционных расцветках торговой марки Brach. Это черный и желтый цвет. Рюкзак достаточно легкий, весит всего лишь 650 грамм, пустой. Объем у него 20 литров. И в него можно поместить с собой все практические вещи, которые нужны спортсмену для перевозки с собой, ну, между соревнованиями. Либо что-то может с собой взять необходимое и дополнительно еще какой-то багаж. Для быстрого доступа имеется несколько карманов. Карман на внешней части, карман под, да, этой накладкой, и два доступа в один отдел и во второй отдел. Также есть места для установки бутылок, чтобы предотвратить доступ, либо для каких-то других целей, чтобы не вывалилось что-то у вас. Есть дополнительный карабин, который можно застегнуть, либо подтянуть. Лямочки, ручка для переноски. И между лямками есть перемычка, которая, ну, она не регулируется по длине лямок. И можно застегнуть, и тем самым у вас лямки не спадут при каком-то передвижении. Регулируется также длина лямок, и нижняя часть отделана водонепроницаемым материалом, не боится влаги. Сам рюкзачок выполнен из нейлона, ну, достаточно легкий, вместительный. Давайте, значит, по глубине. Значит, карман входит ладонь смело, внутренний карман это руль, внутренний карман, ну, достаточно все хорошо просторчено, отделано, можно войти, ну, может войти достаточно много вещей, что-нибудь плоское. По самому объему, значит, отстегнем. Молния закрыта от проникновения влаги, то есть под дождем можно с этим рюкзаком передвигаться, внутри останется все, что вы перевозите, в сухом виде. Молния раскрывается полностью, имеется вот такой отдел, чтобы сбоку что-то не выпало, есть дополнительные нашивки. Также скрыт основной отдел. Открываем. Ну, давайте посмотрим по вместительности. Значит, что здесь у меня лежит, да? Здесь у меня лежит чехол для байдарочного весла внутри. И сюда смело еще поместилась подушка для гребли на каноэ. Достаточно объемная. Она 20 на 20 и там, не помню сколько, по ширине, сантиметров 15. 3 или 30. 30 на 15, на 15. Ну, не столь важно. Значит, внутри один отдел. И еще дополнительно есть один кармашек для переноски чего-либо. Вот так. Для того, чтобы перевозить бутылочки, я думаю, что вываливаться не будут. Давайте возьму с витрины, взял бутылочки. Это бутылочки по 600 грамм. На две трети бутылка встает.
Здесь по бокам резиночка. Если что-то будет побольше по объему, ну, будет плотнее, лучше удержать. То есть традиционная велосипедная бутылка здесь держится, но в таком положении, конечно, будет выскакивать, если она будет полная. Ну вот, наверное, на этом и все. Ссылка на товар на нашем сайте будет сразу под этим видео. Можете посмотреть, перейти в карточку товара, подробнее ознакомиться с дополнительными фотографиями, с условиями приобретения продукции в нашем интернет-магазине. Всем хорошего дня и до скорых встреч!